Илюха там написал, что щечки становятся меньше. Так, Илья Лисицын, давай. Погнали. Мой постоянный зритель, подписчик, ребят. Сейчас только я, к сожалению, всех это по очереди, ребятушки. Так, Илюха Лисицын, 445 подписчиков у тебя. Так, что у тебя по видосам? А, вот, кстати, выиграл колонку. Привет, я не владелец канала, ага. А подписчик. Подскажи, как опытный ютубер, как вернуть обратно просмотры на канал. Ого, никак. Стримит каждый день. Я ему скину отрывок с твоими словами. HTTPS двоеточие. Илюх, я знаю, где искать самый трушный контент. Его надо искать в самом конце. Слушай, ни хрена ты блогер-то смотришь. Нифига ты снимаешь уже на ютубе. Сколько? 5 лет уже. Слушай, 5 лет, нифига себе. Ладно, я не буду тебя смущать. Я понимаю, что старые видосы, они для всех болезненные. Короче, Илюха, зритель, который выиграл у меня на стриме. Вот. Так что спасибо большое. Даже записывал меня. Супер. Благодарю. Так, это август. Вот здесь просто такая это, уютная атмосфера. Смотри, видаки стоят. Нормально, блин, такой уютный ютубчик получается. Так, тоже старенькое. Ой, место вообще, блин, как моя подсобка. Обожаю, когда, знаешь, все в технике. Красавчик. А на камеру, получается, типа на экшен, да, снимаешь? Давай, второй лайк мне. О, точнее, мне, тебе. Илюк, спасибо большое, что смотришь. А, кстати, забыл. Подожди. Канал Илюхи Лисицына в этом в чате кинуть. Секундочку. Вот так вот. И забыл. Сейчас. А, Усписа кинул, да. Все, супер.